Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Sienta 2017 года выпуска, 12 месяц, в красивом пурпурном цвете, в самой максимальной комплектации G-Package Quero, оригинальные литые диски в пепельном цвете, R15 установлен на хорошей летней резине, чуть позже установим зимнюю резину на данный автомобиль. Штатные ветровики, дорогая светодиодная оптика передняя-задняя, ходовые огни, две линзы, штатные туманки. Бесключевой доступ. Автоматическое складывание зеркал, два ключа с управлением дверьми задними, две электродвери соответственно, адаптивный дальний-ближний, контроль полосы, датчик столкновений предотвращения, автомобиль обслуживался по Японии, кожаный комбинированный салон, климат-контроль. Полный кожаный мультируль, управление медиа, старт-стоп кнопка, подогрева сидений передних, пассажир-водитель, навигация 66-я модель, многоформатная, FM, AM, SD карту читает, USB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI. Штатная камера заднего вида хода с динамическими статическими линиями траектории движения. Вешалочка какая-то дополнительно установлена. Так, уже темнеет, к сожалению. Не видно всей красоты салона. Подлокотник у водителя. Три ряда сидений сейчас покажу, постараюсь точнее показать вам, как раскладывается задний ряд сидений. Так. Модельный коврик в багажнике, третий ряд у нас получается под вторым, чтобы его достать. Вот и полноценный третий ряд. Одной рукой, к сожалению, неудобно это все делать. Соответственно, сидушка также, второе сиденье раскладывается. Так. Аукционный лист у данного автомобиля. Так, климат-контроль называл или нет, повторюсь. Инструкция от навигации магнитофона. Так, бардачок у нас. Номер лота 7007. 7307 точнее. 17 год, 12 месяц, 90 тысяч пробег. Код краски 3Т9, 4 балла CC. Первый раз на аукционе торговался. Модель навигации указана из достоинств. Так. По кузову незначительные царапинки, небольшой окрас, небольшая мятинка и окрас передней правой двери. Номер лота. Сверяйте, проверяйте. Честно, аукционный автомобиль. В статистике есть.
Тойотовский аукцион строгий, то есть проверяется как по номеру лота, так и по номеру кузова. Данный автомобиль продается. Объявление будет добавлено на дром сегодня. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. В наличии есть, а также другие автомобили. Звоните, пишите, проконсультируем, расскажем все. Также привезем на заказ любой желаемый вами автомобиль. Всем спасибо за внимание.